Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень быстрое и очень вкусное рыбное блюдо. Это семга в соусе медово-лимонно-ореховом с горчицей. Нам понадобится 2 филе семги. С обеих сторон я посыпаю семгу солью и перцем. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. И выкладываем семгу в форме. У меня керамическая, я ее ничем не смазываю, так как семга достаточно жирная рыбка. Для соуса нам нужно выдавить сок половинки лимона. Также нам понадобится чайная ложка горчицы. У меня дижонская с зернышками. Столовая ложка меда. Еще я добавляю 30 грамм измельченного в мелкую крошку грецкого ореха. Все перемешиваем. Как видите, соус приготовлен очень быстро. Выливаем его сверху на филе рыбное. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Духовка у меня заранее разогрета на 220 градусов, режим вверх-вниз. Будем запекать рыбу 15-20 минут. Зависит от вашей духовки. В моей духовке рыба запекалась 15 минут. На гарнир можно подать пюре, рис отварной или просто овощи. Это смотрите то, что вам больше нравится, на ваш вкус. Можно посыпать сверху зеленью петрушки или укропа мелко нарезанный. Ну что, пробуем. Посмотрите, какая мягкая, нежная рыбка. А какая она вкусная. Всего 15 минут, и рыба прекрасно приготовилась. Она не пересушенная, она нежная, и вы видите, распадается на волокна. Приготовьте, друзья, это так быстро, так просто и так вкусно.